мертворожденный ребенок с единственным глазом посреди лба. Это напоминание о древнем монстре циклопе, результат мутации всего лишь одного из 30 тысяч человеческих генов. Мутации – это личная трагедия для тех, с кем это происходит. Но в то же время они помогают нам выяснить, как устроены наши тела. Эти фильмы рассказывают об ужасных уродствах, несовместимых с жизнью. Говорят они о том, как уродства открывают работу механизмов, вовлеченных в создание нормального человеческого существа. Мы расскажем о мутантах. На самом деле все мы мутанты, но некоторые из нас являются ими в большей степени, чем другие. Мутанты. Опасности чрева. Этот фильм расскажет о создании формы человеческого тела, о происхождении упорядоченности в материнском чреве. Мы расскажем о том, почему у большинства из нас одна голова, а не две, два глаза, а не один, и почему все наши органы расположены на своих местах. Мы расскажем о том, как мутанты открывают нам механизмы человеческого развития, и как все исключения лишь подчеркивают правила. Наша история начинается здесь, в Париже, в 1829 году. Началом всему стала смерть двух маленьких девочек. Как только они испустили дух, их телами завладела группа анатомов. Для ученых, в руки которых попали их останки, эти девочки были чудом природы, загадками. Они привезли их останки сюда, в музей естественной истории, чтобы провести вскрытие. Правда, вскрывали они лишь одно тело, а не два. Рита и Кристина Пероди были дочерьми сардинских крестьян. При жизни их никто не знал, но после смерти они стали знаменитыми, и на это представление собралась элита французской науки. Девочки были хорошенькими и очень странными. Каждая по отдельности была сильно деформирована, но их общее тело было симметрично, пропорционально и неразделимо. Среди анатомов, проводивших вскрытие, был Этьен Жофруа Сен-Клер. В 1829 году он был профессором сравнительной анатомии здесь, в Парижском музее. Он был одним из самых живых умов своего времени. Все, что выходило из-под его пера, носило печать гениальности и абсурда. Именно его стараниями тератология, что дословно означает «изучение чудовищ», превратилась в науку. Сам Жофруа стал главным гением уродств. Он был зачарован Ритой и Кристиной. Для него они были свидетельством работы неизведанных сил человеческого чрева. Но что они сделали? Разделили одну девочку надвое или сплавили два существа в одно? Все, что осталось от Риты и Кристины, можно найти здесь, в галерее сравнительной анатомии. Присмотревшись к гипсовому слепку девочек, легко понять, почему они так очаровали Жофруа. Разделяясь от плеч и выше, их тела плавно сливались воедино. Они дожили всего до 8 месяцев.
Но хотя они были такими маленькими, каждая из них уже начала проявлять собственную индивидуальность. You said when you lost her, you lost everything. It all started having a familiar ring. We ordered up a one more bottle of wine. You told me your story and I thought about mine. Лори и Риве Шапель, 42 года. Они единственные взрослые люди в Америке, сросшиеся головами. Reckless hearts can clear a path wider than a hurricane's aftermath. We both travel down that road where in the name of love anything goes. Меня зовут Лори Шапель, и я живу в маленьком городке Ридинг, штат Пенсильвания. Здравствуйте, я Рива. Я живу там же. Я занимаюсь шоу-бизнесом, я актриса и певица. У нас единая костная ткань, мягкие ткани и сосуды. Мы срослись уголками левых глаз, но глаз есть у каждой из нас. Если нас разделить, то каждая получит полностью функциональное тело. Лори и Рива также имеют общую мозговую ткань, но, несмотря на столь тесную связь, каждая обладает сильнейшим чувством собственной идентичности. Сестры утверждают, что у них такие же заботы, как и у всех остальных людей. Они такие же обычные. Понимаете, я не просыпаюсь ночью с мыслью: «Боже мой, я же сиамский близнец». Я не засыпаю с этой мыслью. Я засыпаю и думаю о том, не оставила ли я включенным то, что должна была выключить, все ли в порядке в доме. Я самый обычный человек, просто немного привязанный к собственной сестре. Таких близнецов очень часто называют сиамскими. Причину этого можно найти в музее Филадельфии, расположенном неподалеку от дома Ривы и Лори. Это слепок Чаня и Эня Бункеров, которые приехали из Сиама в Америку в 1922 году и обрели славу. Их печени, сохраненные здесь, были соединены. Когда напивался один, похмелье испытывали оба. Их волосы приклеены к слепку. Когда эти первые сиамские близнецы путешествовали по Америке, их лозунгом было «в многообразии единый». Эти слова можно прочесть на любой долларовой банкноте. Чань и Энь провозглашали свое единство, хотя были соединены лишь печенью. Двое как один, или один, состоящий из двух. На протяжении большей части истории этот вопрос не возникал. Сиамские близнецы рассматривались скорее с точки зрения политической или религиозной значимости. Конец первой части. Мутанты. Часть вторая. Я держу в руках удивительную книгу. Она называется «История чудес природы». Ее написал в 1560 году Пьер Буасто, французский ученый-протестант. Это не какая-нибудь книга, это прекрасно иллюстрированная рукопись, которую когда-то подарили английской королеве Елизавете I. Книга представляет собой повествование о диковинах и чудовищах того времени. Здесь можно найти изображения и рассказы о покрытых шерстью богах, повествование о королях, у которых пиявки высасывали жир,
и о дьявольских монстрах, подобных краковскому чудовищу, на каждой конечности которого были лающие собачьи головы. Но особое место в книге занимают сиамские близнецы. В таких книгах уродство приобретает богатое аллегорическое значение, которое говорит о том, как Бог относится к происходящему в этом мире. Сросшиеся близнецы часто символизировали политический союз или примирение враждующих государств. Одна из прекраснейших иллюстраций в книге. Буасто говорит, что они похожи на дерево. Это дерево с единым стволом, разделяющимся на две ветки. Но мне эти близнецы напоминают две копии Венеры работы Боттичелли. Но эти Венеры каким-то непостижимым образом срослись друг с другом. В работе Жуфруа, написанной через 250 лет после выхода в свет этого труда, утверждается, что сиамские близнецы – это естественное явление, которое следует объяснять естественными причинами. Жуфруа не стал бы рассматривать Риту и Кристину как злую насмешку судьбы. Не посчитал бы он их и особым божественным творением. Для него они были результатом действия естественных законов. Это те самые законы, которые сформировали их тела и тела всех людей на Земле. Более того, Рита и Кристина могут очень много рассказать нам об этих законах, если воспринять их правильно. В этом ведре человеческие внутренности. Это чьи-то органы, извлеченные из тела и сохраненные в формалине. Выглядят они неважно. Здесь есть легкие, сердце с толстым слоем жира. Вот печень, селезенка. Здесь должны быть внутренние половые органы, матка, два яичника. Словом, это была женщина, вне всяких сомнений. Эти внутренности говорят нам нечто важное о сиамских близнецах и о нас с вами. Происходит это потому, что их хозяйка была мутантом. Что же особенного в этих органах? Это их расположение. Взгляните на сердце. Вот оно, повернутое в правую сторону. Мое сердце развернуто в левую сторону. Посмотрите на селезенку. Ее селезенка расположена справа, а моя вот тут, слева. А если посмотреть на желудок, то мы снова увидим, что у нее он справа, а у меня слева. Кто-то из нас устроен неправильно. И это не я. Это состояние называется ситус инверсус. Оно характеризуется полностью обратным расположением внутренних органов. Оно встречается довольно редко, если не принимать во внимание сиамских близнецов. Органы Кристины Пироди были на месте, но этого нельзя было сказать о ее сестре. У нее наблюдался ситус инверсус. Ее сердце было расположено справа. Это заинтриговало Жуфруа. Он заподозрил, что сиамские близнецы могут много рассказать о геометрии нашего тела. Однако он хотел не только обнаружить уродство, он хотел его создать. Будучи молодым человеком, он проводил жестокие эксперименты на курах. Его целью было создание чудовищных птиц. Он надеялся, что они откроют ему механизмы формирования упорядоченности в эмбрионе. Однако полученные им результаты не были настолько впечатляющими, как надеялся Жуфруа. Когда его цыплята вылуплялись, они были скорее мертвыми, чем уродливыми. Если техника этих экспериментов и была жестокой, то сама идея была совершенно верной.
Фактически, теми же принципами руководствуются и современные генетики. Подобно же Фуруа, они вызывают возникновение уродств, чтобы понять законы нормального развития. Мы начинаем жизнь в виде оплодотворенной яйцеклетки, которая многократно делится, превращаясь в целый клеточный массив. Но каким образом эта простая сфера превращается в сложную структуру, которую мы называем человеческим телом? Всего через 13 дней после зачатия происходит поразительное преобразование. Эмбрион начинает самоорганизовываться. Этот процесс называется гаструляцией. Гаструляция придает эмбриону форму. Всего через 2 недели после того, как сперматозоид встретился с яйцеклеткой, у эмбриона уже можно различить голову и хвост, перед и зад, правую и левую части. Вопрос состоит в том, каким образом он формируется. Другими словами, знают ли клетки эмбриона, во что им следует превратиться, или им кто-то подсказывает? Ответ был получен в 1923 году, когда одна девушка начала работать с немецким эмбриологом Хайнцем Вебером. Хильда Брошельд предположила, что если что-то передает клеткам указание о том, каким образом организовываться в тело, возможно, это вещество можно перенести из одного места в другое. Это стало самым важным опытом во всей биологии развития. Провести этот эксперимент, особенно в первый раз, было крайне сложно. Теперь, конечно, мы можем повторить его в лаборатории. Но в то время это требовало великих усилий. Профессор Эдвард Ди Робертис – ведущий биолог, занимающийся вопросами развития. Он повторяет опыт Хильды Брошельд, используя зародыши лягушек. Прежде всего, надо удалить мембрану, покрывающую яйцо. Мы делаем это с помощью пинцета. Затем переворачиваем зародыш вверх ногами. Теперь мы можем взять часть ткани и переместить ее на противоположную сторону эмбриона реципиента. Эксперименты Хильды Брошельд, по сути, были более точным повторением того, что Жофруа пытался сделать со своими курицами. Поведут ли себя пересаженные клетки по-другому? Эмбрион-реципиент обладает поразительной способностью к восстановлению. Клетки фактически поселяются в новом эмбрионе, становясь его частью. В течение получаса они интегрируются полностью. Брошельд провела более 250 пересадок. Почти все эмбрионы погибли. Но пересадка одного вида ткани дала поразительные результаты. Внедренные клетки превратили часть ткани хозяина в еще одно существо, неразрывно связанное с первым. Здесь видна одна голова, а здесь еще одна. Обе они дергаются, как сумасшедшие. Как вы видите, они вполне живы. Это один из величайших экспериментов в биологии 20 века, и мы его только что воспроизвели в живом цвете, живом во всех отношениях. Надеюсь, вы заметили это. Этот эксперимент говорит нам о том, что клетки не распоряжаются собой самостоятельно. Они подчиняются указаниям, полученным из этой крохотной частички ткани. Получив сиамского близнеца, ученые поняли, что перемещенные клетки дали указание соседним тканям формировать новое существо. Так можно создать совершенно новый мозг. Оказалось, что пересаженная ткань обладает этой чудесной силой. Ее назвали организатором.
Действием организаторов можно объяснить появление Риты и Кристины. Возможно, они стали результатом действия двух различных организаторов, расположенных в одном эмбрионе. Расположение органов здесь такое же, как у Риты и Кристины Пироди. У них две головы, но одна ось тела, точно так же, как у Кристины и Риты. Два тела, совершенно соединенные друг с другом. Опыт Брошельд положил начало поиску силы организаторов. Посредством этой силы они придают форму, превращая бессистемное нагромождение клеток в нечто осмысленное и упорядоченное. Эти поиски длились почти 70 лет. Организаторы фактически ограничивают потенциал прилегающих к ним клеток. Некоторым из них он приказывал стать передней частью, некоторым задом. Какие-то формировали голову, а другие — хвост. Организатор представляет собой простой комок клеток, расположенный на краю глубокой впадины в развивающемся эмбрионе. Как и другим клеткам вокруг них, им уготована разная судьба. Некоторые из них формируют голову, другие — хвост. Третий становится нервом, а из четвертых получается кожа. Это сложный и тщательно продуманный биологический механизм. И чтобы понять его силу, биологи снова обратились к изучению мутантов. Вдалеке от каналов и мостов, а также туристических районов Амстердама, находится эта жуткая коллекция уродств и бесформенности. Ее можно увидеть в городском музее Фролик, где собрана самая большая в мире коллекция человеческих мутантов. Музей Фролик – это дом ужасов. Это видение ада, освобожденное от нравственной нагрузки, основанное исключительно на научной ценности, которая заставляет сохранять ужасы ради понимания. Большинство экспонатов музея — мутанты. Это результаты ошибок в одном из 30 с чем-то тысяч генов, составляющих геном человека. Гены, которые нужны для того, чтобы придать нашим телам форму. Гены, необходимые для самой жизни. Я не могу отрицать того, что в созерцании ужасов, которые трудно даже вообразить себе, есть определенное удовольствие, смешанное с чувством вины. До тех пор, пока вы не увидите коллекцию, подобную собранной здесь, вы не сможете полностью оценить возможности человеческого тела. Одно из преимуществ таких экспонатов состоит в том, что они показывают важность работы организаторов. Как и циклоп, он напоминает о мифическом творении, о русалке.
Конец второй части. Мутанты. Часть третья. Синдром русалки – явление, очень часто встречающееся в великих коллекциях уродств XIX столетия. Это заболевание названо так по названию героинь греческой мифологии – сирен или русалок, и это очевидно. У этих детей ноги срослись вместе, точно так же, как у сирен или русалок в свое время. Две конечности сформировали единый сужающийся отросток, из которого показываются ступни ног, очень похожие на плавники. Я начала плавать в раннем возрасте, примерно в 2 года, потому что я проводила очень много времени в воде. Фактически, я приучила себя плавать, просто привыкла к воде и перестала ее бояться. Тиффани Йоркс, 16 лет, и она живет во Флориде. Девочка родилась с синдромом русалки. Я родилась с этим отклонением. Это синдром русалки, когда ребенок рождается со сросшимися ногами, начиная от бедер и кончая лодыжками. Многие мне просто не верят, они считают, что я прикидываюсь. Но, по правде говоря, это так и выглядит. Такое можно только придумать. Синдром русалки обычно приводит к смертельному исходу, потому что такое нарушение оказывает влияние на многие органы, и в частности на сердце. Иначе его называют расстройство средней линии. Нижние части тела срастаются, образуя одну ногу. Впервые я увидел Тиффани в палате интенсивной терапии в больнице где-то на отшибе. Я сказал себе: «Боже мой, да она же русалка». Первой задачей, которая стояла передо мной, как перед пластическим хирургом, было разделить ноги, при том, что на них не доставало кожи. Операция, проведенная на Тиффани, подняла пластическую хирургию на качественно новый уровень. Фактически пришлось заново формировать всю нижнюю часть ее тела. Все было основано на инновациях и на принципах пластической хирургии. Нам предстояло совершить эту операцию, чтобы пациент мог жить. Моя левая нога немного вывернута. То есть лодыжка немного не на месте. И я толком не помню, когда начала ходить. Я помню, что была очень счастлива, потому что была совсем маленькой, и научиться ходить было моим самым заветным желанием. Просто ходить, как все остальные. Когда у меня получилось, я была просто счастлива. Сросшиеся ноги являются отражением проблем тела в целом. Все они подобны каскаду, все объединяется воедино. Это взаимодействие подобно оркестру. Когда один орган перестает функционировать нормально, за ним могут последовать другие. Тиффани уникальна. Она единственный человек с таким чудовищным отклонением, доживший до 16 лет. Я обычно говорю родителям, что все в порядке, а их ребенок выживет. Ведь я же смогла выжить. Я верю, что они тоже смогут. Конечно, это очень сложная ситуация, но если настроить себя на позитивный лад, то все можно пережить. До недавнего времени причины возникновения синдрома русалки были неясны. Однако молекулярная генетика открыла нам нечто о происхождении этого заболевания. И нет ничего удивительного в том, что оно связано с организаторами.
В начале 90-х годов молекулярная биология шагнула далеко вперед, получив возможность создавать целые генетические библиотеки из ничтожно маленького кусочка ткани. Это был прорыв. Организаторы были открыты путем пересадки кусочков ткани, однако любая ткань состоит из множества клеток, а каждая клетка состоит из множества молекул. Дирабертис выделил гены из ткани организатора и поместил их в эмбрион. Научный прорыв произошел в 1994 году. Когда я увидел сдвоенный эмбрион, я так и подпрыгнул на стуле. Это был потрясающий момент. Один из генов, открытый Ди Робертисом, содержал молекулу, способную вызывать развитие сиамских близнецов. Он назвал свою находку «Кордон». Она представляла собой сигнальную молекулу, как выяснилось, первую из многих. Когда клетки эмбриона приходят в контакт с организатором, они получают набор инструкций, говорящих им, куда отправляться и что делать, во что превращаться. Эти инструкции передаются посредством одной или несколькими из семи сигнальных молекул. В каком-то смысле эмбрион — это своеобразный микрокосм, подобный нашему миру. Это мир определенных сигналов, которые заставляют нас перемещаться в одном направлении, а не в другом. Некоторые сигналы истинны, а другие ложны, поэтому мы выбираем одни цели и отказываемся от других. Иными словами, этот процесс превращает нас в то, чем мы и являемся. Болезнь Тиффани Йорк стала последствием нарушения сигнальной системы между организатором и клетками, которые должны были стать ее ногами. Сигнальной молекулой в данном случае стала ретиновая кислота. Ретиновая кислота – это очень сильное вещество. Один изящный опыт показывает это. Если оторвать хвост головастику, он, как правило, восстанавливается. Тем не менее, если на место отрыва поместить немного ретиновой кислоты, то вместо нового хвоста появится беспорядочный набор ног. Ретиновая кислота, судя по всему, отвечает за формирование конечностей и других органов нижней части тела. Если ее слишком много, то тело начинает производить лишние части. Это Джон Шиффорд, или восковая копия нижней части его тела. Этот 20-летний житель Ланкастера обладал, если вы не поняли, тремя ногами и двумя половыми органами. К большему удивлению окружающих, он заявил, что оба они вполне работоспособны. Переизбыток ретиновой кислоты мог привести к удвоению мужского достоинства Джона и появлению у него лишней ноги. Этот человек, с которым произошло то же, что и с головастиком. Мутации, которые могут приводить к изменению концентрации ретиновой кислоты, способны также вызвать синдром русалки. Именно по этой причине у Тиффани оказалась одна нога вместо двух. Я в каком-то смысле ощущаю свою необычность, потому что я пережила такое чудо, я выжила. Я благодарю Бога за то, что у Него есть особый план для меня. Он поместил меня в такие обстоятельства, и я буду и дальше стараться выяснить, с какой целью. Организатор в действительности лишь первый и самый значительный аспект сложной системы, отвечающий за окончательную форму нашего тела. Каждая часть эмбриона сформирована особым набором сигнальных мускул.
Здесь, в Сан-Франциско, исследователи изучают то, что появляется в человеческом теле в последнюю очередь – лицо. Они пытаются понять, каким образом создается форма наших глаз, носа, губ, подбородка и щек. Это голова свиньи из Айовы, но это не просто свинья. У этого животного две морды, два пятачка, четыре ноздри и три глаза. Ученые хранят ее голову здесь, в Университете Калифорнии, в Сан-Франциско. И зовут эту свинью Дитто. Ну вот и он. Дитто. Удивительно. Он немного неуверенно держится на конечностях, как ты можешь видеть. Он вынужден приспосабливаться к некоторым своим особенностям, которых лишены его собратья. Например, у него третий глаз в центре. Видишь? Так он видит третьим глазом? Вообще-то сложно сказать, но к нему точно подведен оптический нерв. Я не знаю, конечно, ему было несколько сложно сосать и соперничать со своими братьями и сестрами. Он вполне мог сосать в два рта одновременно. Я думаю, что третий глаз его только путает. Необходимо определять положение предметов. Он упадет. Ну вот, вот. Ну, пожалуйста. Хорошо, что рядом кто-то есть, готовый прийти ему на помощь. Это очень грустно. Так что же ты смеешься? Да, я понимаю, это неуместно. Но поросенок Дитто не единственный экспонат в лаборатории Джилл Хелмс. У меня есть курица с двумя верхними клювами. Это первый, а это второй. То есть, по человеческим меркам, у нее два носа. Джилл Хелмс обнаружила молекулу, которая контролирует форму нашего лица. Названная по имени видеоигры Sonic Hedgehog, это самая распространенная сигнальная молекула в развивающемся зародыше. Как и Жофруа, она избрала своими подопытными кур. Эксперимент состоит в том, чтобы взять пузырек, пропитанный этим протеином, и поместить его в несколько иное место эмбриона. Оно должно находиться на лице, но не в том месте, где обычно. Мы проследим за последствиями этой манипуляции. Создавая избыток данного вещества, Джилл пытается нарушить нормальное развитие. Яйца запечатываются, и эмбрионы остаются в них до рождения. Я помню, как однажды отклеила ленту и посмотрела вовнутрь. Я смогла очень четко разглядеть часть зародыша, которая станет кончиком клюва. Вам эти маленькие белые пятнышки, наверное, ни о чем не говорят. Но это настоящее откровение. Это начало двух совершенно отдельных клювов. Когда я увидела их оба, я подумала, что это, наверное, просто отблеск света. Только после того, как эмбрион оказался в чашке, мы получили возможность их как следует рассмотреть. Потом появился следующий, а потом еще один, и все они выглядели одинаково. Мы были очень удивлены и рады. Затем у меня появился вопрос. Но что все это означает? Что означает? Упорядоченность в эмбрионе появляется под действием организаторов, но по мере ослабления их влияния каждая часть тела начинает отвечать за собственное развитие, для чего производит собственные сигнальные молекулы. Молекулы, названные N-Sonic, контролируют ширину наших лиц. Слишком мало этого вещества, и наше лицо сворачивается вовнутрь. Результатом этого становится маленький циклоп с единственным глазом посреди лба.
Переизбыток вещества приводит к появлению Дита, поросенка с двумя лицами. Дита – один пример того, какие формы может принимать это нарушение. То есть это некая крайность. Но если мы проведем шкалу от циклопа, то где окажется ее второй конец? Интересно. На другом конце шкалы окажется полностью продублированное лицо. Дита – это один поросенок, но он напоминает нам о сиамских близнецах, и это объединяет его с ними. И то, и другое явление – результат переизбытка сигнальных молекул в эмбрионе, происшедшего в разное время и в разной мере. Но действительно ли простой переизбыток этого вещества приводит к образованию сиамских близнецов? Этот экспонат говорит о том, что здесь задействованы более глубокие и тонко действующие силы. Конец третьей части. Мутанты. Часть четвертая. Это наиболее необычный из всех сиамских близнецов. С латинского языка название этого типа деформации переводится как «срастание головы, глотки и кишечника». Здесь срослось все. Это близнецы в форме януса. Два лица смотрят в противоположные стороны друг от друга. Это странно. Но самое странное состоит в том, что эти лица состоят из частей. Каждый из них представляет собой половину лица первого близнеца, присоединенную к половине лица второго. И это говорит нам нечто важное и необычное о зародышах. Работа организаторов в одном эмбрионе может объяснить тот факт, что появляются сиамские близнецы. Это происходит, когда из одного зародыша появляются два. Однако это явление не имеет ничего общего с самой удивительной особенностью этого экспоната, тем фактом, что два близнеца тут соединены вместе. Не объясняет он также и то, что близнецы всегда срастаются одним и тем же местом: голова к голове, живот к животу, грудь к груди. Сросшиеся близнецы привлекали Жуфруа. Чтобы объяснить это явление, он предложил закон. Это закон бесконечности или закон подобия. Он считал, что по мере того, как эмбрионы формируют клетки определенного типа, в них возникает биологическое притяжение, заставляющее клетки того или иного типа формировать связи и группироваться. Жуфруа не мог пронаблюдать за этим процессом. Он просто предположил, что все происходит именно так, и, как оказывается, по сути, был прав. Закон Жуфруа, каким бы несовершенным он ни был, стал первым научным объяснением сочлененности. Недавно мы смогли узнать об этом явлении гораздо больше. Сочлененность вызывается не каким-то неуловимым притяжением, а некоторыми формами сигнальных молекул. Это постовые нашего тела. Именно от них зависит процесс верного сортирования миллионов клеток по особым признакам. Каждая клетка имеет определенный набор сигнальных молекул, которые позволяют ей формировать связи с точно такими же клетками и только с ними. Проблема возникает тогда, когда на пути этого процесса оказывается близнец. Если это происходит, то клетки двух эмбрионов могут соединиться между собой, и два тела безнадежно переплетаются. А что касается Риты и Кристины Пероди, то их тела – результат конфликта между разделительной работой организаторов и объединяющими импульсами сигнальных молекул.
Мутации подобны скальпелю патологоанатома. Они разделяют эмбрион надвое и показывают логику его формирования. Они говорят нам о сигналах, которые управляют клетками, и связях, которые объединяют их. Они показывают нам, каким образом всего лишь 30 тысяч генов превращают нас в то, чем мы являемся. Жофруа перевел уродов в разряд нормы. Он показал, как эти странные формы тела можно классифицировать точно так же, как и все предыдущие поколения натуралистов классифицировали животных. Он предчувствовал, что уродцы не были шуткой высших сил, не были просто ошибками природы, а являли собой последствия работы естественных законов, тех самых законов, которые сформировали то разнообразие животных, которое мы видим в этом зале. А по большому счету законов, сформировавших нас. «Нет никаких монстров, — говорил Жофруа. Природа едина». В некотором смысле это загадка, но если присмотреться к тому, что осталось от Риты и Кристины, легко понять, что он имел в виду.